Арина, а как ты себе представляешь трубочиста? Ну, он такой худой, в черном костюме, щеками перемазаны сажей. И вообще это сказочный персонаж. Ну почему же сказочный? Очень даже реальный. А они существуют? Зачем в современном городе трубочисты? В городе очень много существует открытого огня. Это газовые колонки, газовые плиты. Воздух удаляется через вентиляционный канал, но это те же трубы. И чтобы они не забивались, необходимо их постоянно проверять и контролировать. Как часто нужно чистить трубы? Самые опасные трубы – это те, которые удаляют продукты сгорания. От газовых колонок нужно проверять трубы раз в 3 месяца. От газовых плит – раз в полгода. Какими инструментами работают трубочисты? Ну, в первую очередь, это мы делаем сначала видеообследование на камеру. Кидаем туда камеру, определяем степень засора, что там происходит, и после этого мы принимаем решение, как мы будем чистить. Переключилось только что на ночной режим, и вот мы смотрим вот эти вот отверстия, это выходы каналов, грубо говоря, в помещение. Может быть, даже кому-нибудь в квартиру вывалимся. Вот этот у нас кирпичный канал, видите, в каком состоянии находится? Щели, проломы. Вот смотрите, ведь в данном случае мы видим молоток. Кто-то выкладывал здесь, видимо, этот стояк, отбивали, и они уронили сюда молоток. Кабель у нас непростой, не просто кабель, а у нас идет он с отметками. Если видишь что-то интересное, мы приблизительно знаем, на каком уровне находится. Там завал, решетка стоит. А вам самим приходилось лезть в трубу? Было дело. В Эрмитаже мы лазили по каминам, по каналам, по жарам. В Александровском дворце ползали тоже. Наш инструмент готов. А можно я попробую? Пускай. Какие вещи чаще всего застревают в трубах? Очень часто попадают туда голуби. У нас уже у 2 сотрудников есть кошки, которых они спасали из дымоходов. В одном дымоходе мы нашли наган. Видимо, кто-то оставил, спрятал, потом забыл. Мы в следующий раз с вами попадем на крышу, где тогда будут печные каналы. Побольше сажи, побольше всего, птицы, котята. И будем с вами спасать их, выручать. Ну и пачкаться в саже. Эх, хорошо поработали. Чистили трубы Арина Жукова и Никита Бочинков. А трубу я, пожалуй, возьму с собой. А зачем тебе труба? Буду тренироваться.